Опан, Гангнам Стайл. Абсолютно бездарно. Я бы станцевал лучше. Сейчас тихо. Сваливаем. Опа, там мама. Она? Есть идея. Так она меня не заметит. Все, выбрался. Теперь надо спокойно про... Не вздумай. А ну, стоять не уч, уроки кто учить будет? Нужно срочно сваливать отсюда, к Владусу! Он сбежал, и кажется, я знаю, к кому. Владов! Владов! Мне нужна твоя помощь! Дом Владуса. Чего? Спасибо, что открыл. В общем, ты прекратишь мне звонить 100 раз. У нас беда. Какая еще беда? У меня нет никакой беды, Лень. Я готовлю себе ужин. Не мешай. Мы очень сильно встряли. И нам скоро придет конец. Если мы... А что на ужин? Если мы что? Договаривай, раз уж начал. А, да ничего. Там просто мама за мной гонится. Чё поесть? Тебе ничего! В смысле мама за тобой гонится? Ну-ка подожди, у меня есть специальная камера видеонаблюдения, которую я как раз таки от таких как ты поставил на входе. Сейчас-ка мы глянем, что там по ней. Ну-ка. Да тут вроде бы и... Лёня, я знаю, что ты здесь, в этом доме, пожалуйста. Твоя мама сошла с ума, она хочет меня убить, правда, я ничего не сделал, но она весь день за мной охотится, а еще она сейчас пришла за вами. Я советую вам спрятаться, закрыть все окна и двери. О нет, кажется, она уже здесь. Настал час расплаты. О нет, нет, беги! Леня, объясни мне. Почему? Ты ко мне все время приходишь с какими-то проблемами. Нам крышка. Мы должны что-то придумать. Мы? Я вообще здесь ни при чем, Лень. Как вот почему? Из-за него каждый раз я должен что-то делать со своим домом. Закрывать двери, заколачивать окна. И сейчас я вам... Вот так. Сюда. Ты что творишь? А что ты делаешь? Не трогай ящики. Тебе ясно? Иначе мечом получишь. Лучше займись полезным делом. Сейчас я попробую заколотить всю эту дверь с помощью ящиков. Точно. Лень, у нас же с тобой были вещи после переезда в этот дом. Помнишь? В коробках. Вот, ты мне принеси их. Что? В смысле не помнишь? Какие вещи? Эти доски, да? Лень. Бревна там. Не только они. Я их это... Я их спрятал! За мной! Стой, стой, Лень. Прежде чем я пойду за тобой, я хочу посмотреть, насколько ситуация плохая. Итак, взглянем-ка в глазок. Чё это она делает? Стоп! Она что, ломает лазерную защиту? О, нет. Лень? Лень! Да здесь я! Сюда! Да что? Куда ты меня ведешь? Зачем нам в гараж? У нас же даже машины нет, мы так не уедем с дома. Нам не в гараж, увы. В смысле не в гараж? Куда ты это идешь? Чу... Что это за люк в ванной? Я его впервые вижу. Ключ есть? Лень! У меня не было здесь люка, какой ключ? На 18. Нет у меня никакого... А, есть. Я не знаю, откуда он. Все, давай иди. Ладно, За мной. Так ты зачем закрыл-то ее? Господи, ну что он там такое придумал? Подпишитесь, а? Подожди, а где это мы? Лень? Стоп. Мы в канализации, бро. Как это в канализации? У нас под домом целая канализа... А это что еще такое? Там вещи, да, в сундуке? Сейчас черепашек ниндзя позовем, они нам помогут сбежать от мамы. Чел, что? Что смешного? Ты поверил в черепашек ниндзя? Что ты меня фоткаешь? Хватит! Да, там вещи! Хорошо. Но прыгать-то... За ними зачем? Объяснишь? Даже не знаю, что сказать. Вот и правильно. Тебе в данном случае лучше молчать. Эти вещи я сейчас соберу. Если там не они, я не знаю, что с ним сделаю. Повезло. Я решил подальше спрятать доски, бревна. А что, их кто-то бы украл? Я. То есть ты спрятал вещи сам от себя? Да. Кажется, мама рядом, глянь-ка. Я надеюсь, она не слишком близко. Стоп, а ты дверь закрыл на заднем дворе? Куда пошла? О, нет. Стоять! Ну как можно было в такой ситуации забыть закрыть заднюю дверь? Я не понимаю. О, нет.
бегом, 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 бегом. Ребята, это что было только что? Как я это успел сделать? Окна, окна заколачиваем скорее, она не должна сюда пробраться. Вообще, любые, абсолютно любые способы, как она сможет зайти в дом, мы должны закрыть, пресечь. Ребята, 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 сейчас становится уже страшно, сейчас становится не по себе. Бегом. Давай. Все, есть. Окна полностью заделаны. Готово. Теперь мне нужна защита. Лень, я помню, ты где-то в сундуках клал защиту. Но вообще, где Леня? Я не понимаю. Лень, куда он мог деться в такой момент? Я должен заделать еще здесь пару окон. Никто не должен пробраться в наш дом без разрешения. Все, есть. Готово. Лень. Да где он? Вот же. Лень, слушай, ты куда-то брал защиту нашего дома. Ты чё, спишь что ли? Подъем! Я не знаю, как разблокировать секретную дверь за одну подписку на канал. А, что? Пошли. Стой. Ты сказал секретную дверь за подписку на канал. Она, ты сказал, открой. Леня, я запомнил твои слова. Пошли, ты мне должен кучу защитных блоков. Владус, ладно, но ты только не ругайся. Подожди-ка, к чему ты клонишь? Ну вот тебе вещи нужны для защиты дома, да? Да. В общем, они в арбузе. Ты понимаешь, сейчас не время шуток. Скажи, пожалуйста, где лежат вещи для защиты нашего дома? Это что, не шутка? Поставьте лайк, иначе ничего не сработает. Раз, два, три. Да ладно, но это давно уже было. Я не помню, куда именно их дел. Ты спрятал вещи в арбузе и не запомнил где? Я два указателя сделал. Один правильно, а другой нет. Зачем? Зачем их нужно было так прятать? Здесь вообще ничего нет. Нам нужно ускориться. Иначе она сейчас явно что-нибудь выломает. Ага, у нас есть зеленые стрелочки и синие. Один правильно, а другой нет. Класс. Как мы должны определить? О, явно этот правильный. Очень надеюсь, что здесь что-то есть. Лень. Пошли в зеленый. Ну пойдем в зеленый. Что ж поделать-то теперь, если здесь неправильно? Конечно, нам нужно пойти в зеленый. Вот, вниз. Да иду я, иду, вижу я. О, сундук. А это еще что такое? Может быть, косточка арбуза? Нам главное сундук. Да подожди ты, что там в этом сундуке? Покажу за один. Леня, меч. Все-все, убери. Давай-ка глянем, что там. О, отлично, это то, что нужно. Леня, бегом в дом. Нам нужно все срочно заделать. И последний штрих. Все, есть, осталась только дверь. Но прежде я посмотрю, где она находится. Ну-ка. Воу, Леня, она прям стоит перед дверью. Нам нужно сейчас спрятаться. За мной. Не понял. Что смешного? Сюда, у меня есть идея, Владус. Что ты придумал, Лень? Зачем тебе ноутбук и принтер? Нарисуй бедрок. В смысле бедрок? Ты думаешь, я художник? Да, рисуй. Ладно, ладно, в чем заключается эта идея, мне пока что не ясно. Но откроем-ка программу для рисования. Это, конечно, будет странно. Для начала закрасим все серым-серым цветом. Теперь добавим слегка темно-серых пятен. Дальше добавим светло-серых и немножко черных. Все, готово. Отправляем на печать. Лёнь! Она уже здесь! Ставь! Кого ставить-то? Лист бумаги! Да я не понимаю, зачем? Что произойдет? Ну поставил! И смотри! Класс! Это то, что нужно, Лёня! Ты гений! О, нет! Она сейчас явно выломает дверь. Пойдем, нам нужно прятаться. Бегом за мной! Я знаю, как мы это сделаем. Злая мама зашла в дом. Злая мама учуяла ужин. Злая мама отправилась на след запаха. Он вел на второй этаж. Злая мама обнаружила секретную дверь. Внутри был сейф. Злая мама пошла по следам. Злая мама поднялась на третий этаж. Злая мама чувствует, что здесь кто-то есть. Сиди тихо. Лень, молчи сам. Она думает, что мы в
просто притворить рыбкой. Лень, да пытаюсь, пытаюсь. Буль-буль-буль-буль. Злая мама никого не нашла. Вот это мы ее надурили. Это была моя идея. А моя идея на канал подписаться. У меня вопрос. Какой? Как мы вылазить-то отсюда будем? Это я не продумал.